Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Тере-тере, мукалит, мармсет. Мы сегодня приехали в магазин, в котором мы с вами еще никогда не были. Я сама никогда в жизни в него не заходила. Называется он А-1000. А-1000. И говорят, что туда выбросили дюликатес, что там есть сода. Я, конечно, все понимаю, но это не смешно уже, понимаете? На дачу мне нужна сода. Я кружки отмываю, она у меня в блины идет. Но иногда все-таки мне сода нужна. И вот эта пачка, что у нас единственная дома есть, она начинает кончаться, и получается, что ее нигде в продаже нету, соли нету. А говорят, что вот в этом А-1000 якобы есть. Ну давайте посмотрим вообще, что это за магазин, и правда ли это, что там что-то есть, и сода есть, а может даже соль. Все у нас магазины здесь находятся как-то рядом. Все рядом, все по кругу. Вот так он называется. Прям так вот А-1000 маркет. Ну, давайте посмотрим. Мама, я вам ни разу не показывала, что у нас есть вот такие контейнеры, аппараты, видите? Для одежды. Если она у вас чистая, цельная одежда, там брюки, обувь, сумки, игрушки, нерванное какое-то там, да, недраное, то можно сюда принести и вот сюда вот запихать. И пойдет это людям, которым нужна одежда. Наверное, может, даже ее продавать будут через гуману, через гуманитарные вот эти пункты. Кладете сюда в сетках и туда, значит, выбрасываете. Ну, не выбрасывайте, передаете, или как это назвать. Мы много раз таким пользовались. Около нашего спортивного клуба стоят такие аппараты, использованная одежда. И я много раз вот так нормальную одежду отдавала. Кристина там выросла, допустим, или морально, может быть, там устарела как-то. Ну, в общем, она цельная, чистая. Вот в такой аппарат можно отдать, чтобы еще кому-то пригодилось. Теперь давайте заходим, посмотрим. В А-1000, господи, маркет. С виду это достаточно такой большой магазин, крупный. Я слышала про него много, но никогда здесь не была. Мне кажется, это магазин типа такой 1000 мелочей или, я не знаю, всякой билиберды. Не то, что билиберды, но все в хозяйстве нужно, правда ведь? Ну так, типа косметика, хозтовары. Огромный он какой. Разницу какую-то в ценах здесь, может, надо искать. Не знаю. Дегтярное мыло, что ли? Мыло хозяйственное, 89 центов. Первое, что я увидела, когда зашла. Всякие памперсы. По памперсам я тоже сравнить не могу, я не знаю их истинной цены. Сковородки всякие. Ну что, сковородки 19 евро, 17 евро. Не, наверное, здесь ничего такого дешевого нет. Это просто магазин такой. Какой-то такой. Ну, в общем, давайте поглядим. Ну, вот фейри там 2,15. Всякие ополаскиватели. В общем, всякая химия здесь. Мульон всего, как говорится. Ну, надо, да, иногда это такое для хозяйства, правда? Посуда, вон всякие тарелки. Merry Christmas, например. Ищу себе стеклянную кружку. Мою кружку разбили. Одну разбила Кристина, вторую муж. И нет у меня стеклянной кружки, которая одна в другой, знаете, такая, как вам объяснить, не нагревается. С двойным дном, с двойным смыслом. Но, в общем, здесь ничего такого. Собиратель нискуса, как это, влажность у нас такой вот тоже дома стоит, хорошая штука. О, робот-пылесос. Евро 90. 199 евро. Ну, не знаю, что он может за такую сумму. Кошачьи и собачьи корма. Цены обычные. Ну, в общем, это просто магазин большой. Большой магазин всего.
Вот, а мне нужна сода, если уж так пошло, то давайте искать с вами соду. Потому что так-то он обычный получается. Для бани всякая билибердистика. Гладиолусы уже и георгины. По 3, по 4 евро. Клубни 3,49. Гладиолусы и георгины. Всякое для гриля. Гели для душа. Шоколадный. Темный шоколад и клубника. Евро 25 большой. Всякие конфеты на развес по 3 евро 99 центов за килограмм. Соки всякое. Ну, в общем, миллион всего. И что ж я тут не была-то никогда. Это мое упущение. Соки, консервы. А что за консервы? Кильки, лосось. Лосось евро 30. Вы говорили, надо запасаться консервами. О, шпроты. Вот это я понимаю, банк со шпротами. Вот это нормально. 800 грамм баночка шпротов. 8,99. Скумбрия в томатном, что ли, соусе. Вот на суп хорошо. Несколько консервов, рыбный суп. Евро 29. Паштет шпротный 79. Ничего особенного. Ну, в смысле, наличие хотя бы есть, да? Мы сейчас уже не про то, что тут какие-то цены. Цены мы поняли, что тут обычные. А вот насчет того, что мы говорим о наличии сейчас чего-то. Сахар. Сахар килограмм 99 центов. Что-то дорого. Волшебное слово. Соль. Соль. Для чего? Соль. А, для мельницы? Ну, крупная. А если для сосолки? Да. А если для засолки? Она нормальная? Ой, какая-то странная. Да. 1 килограмм евро. Килограмм соли евро. Ну, что-то она какая-то не очень соленая. Сода там стоит только. Да ты что? О, сода, ребята. Самая настоящая сода. Честное слово, мы ее нашли. А знаете, сколько пачка соды теперь стоит? Евро 39. Полка полупустая, но она все-таки есть. Ну что, берем соду, что ли? Берем. Гречка 2 евро 55 центов. И здесь пусто. Соль. Пустые полки. Евро 39, пусто. Макароны тоже такие не особо дешевые. Ну, может, сейчас все везде не очень дешево. Не знаю. Ну, в общем и целом, как бы здесь такие. Большие упаковки тоже, ну и маленькие тоже можно купить. Поэтому как-то я ожидала здесь чего-то другого. А что, не знаю, сама. Вечно не угодишь.
рыба соленая, красная, евро 95, 120 грамм. Селедка в пачках 85 центов. Маринованная евро 99. Пицца 4,75. Куриное филе 2,55. Но здесь все дороже, если мы с вами ориентированы на какой-нибудь дешевый магазин типа Лидла. То здесь эстонское и дороже. Это так вот, если кому интересно, для кебаба вон начинка 3,39, сосиски 2,29, евро 59, рульки копченые 3,75, 4,99. Еще здесь сосиски, это все эстонское, 2 евро. За евро тоже есть, но они совсем не очень хорошие, скажем так, мягко. За евро 65, евро 49 все ветчину. Это здесь, в общем, цены такие, как в обычном магазине, там, я не знаю, в Призме или на таком уровне. Ну, мне так показалось. Я не очень детально здесь хожу. Моя цель была соль и сода. Соли нет, сода есть, сахар есть. Мука, кстати. Евро 39 мука и 69 центов килограмм. Это выше это. Евро 39 это сахар. Да, большая упаковка. Ну, в общем, в целом, как-то так. На два вопроса мы с вами ответили. Есть ли соль и есть ли сода? По сути, все есть. Вот сода, соль тоже для мельницы. Но как-то что-то мне на нее не тянет. Но полки с консервами тоже так... Я не скажу, что они пустые. Нет, они есть. Но как-то тут, там все-таки... Ну, они не должны быть так уж битком, уж правда. Это же ничего не значит, скажите мне. Это ничего не значит. Паштет говяжий, 140 грамм, 65 центов. Ну, кое-чего пусто, но я думаю, это не связано с тем, что чего-то нету. Ну, просто сейчас и ажиотаж, конечно, среди людей большой на все это. Ну и, в общем-то, есть. Все здесь есть, все здесь нормально, рыбных полно. Мясных, кстати, тоже полно. Вон говядина, 2 евро 99 центов, какая огромная банка на 525 грамм, и все здесь есть. И курица, и индюк, и свинина тоже 2 евро 99 центов. Смотрите, горы! Горы, каналига консерв. Ну, не знаю, это правильно это называется, тушенка или нет. Ну, для дачи люди набирают всякое такое. Впереди лето. И всякие варенья, меда. Абрикосовое какое-то по виду. Вот это надо взять, хорошая баночка. А еще морошковая знаменитая ягода морошка. Она растет на болотах в Эстонии. И это вот варенье стоит 16 евро 99 центов. Представляете, уверена, банка? Что это эстонское варенье. Ну, во всяком случае, я уверена, что морошка растет в Эстонии. Ну, так не только. Да? А что ты думаешь? Подожди, морошка. Варенье. Тартума Эстония. Да, эстонская. В общем, вот это абрикосовое взяли. Малиновые, ну, косточки. Может быть, клубничные еще возьмем? На блинчики. Есть панькоки. Ну, панькоки, да, тоже хорошо. А это, я так понимаю, приправы. Какие-то интересные. Для салата. Как будто семечки чиа там. Льняное семя. Евро 15. Сезам 2,35, тыквенные семечки всякие разные и сладкие всякие. В общем, здесь посыпки, кокосовая стружка 2-3 евро. Так вот все. Водка, русский лед. Кстати, русские товары тоже, пожалуйста, 10 евро 99 центов.
и 15 или 16 евро русский стандарт. Водка все стоит. А наша эстонская водка 7 евро, 14, 10. Это я так, может, кому интересно. А подешевле 11 и 8, 40. Все цены в евро. Это цены на нашу водку. Разная палитра Вана Таллина, 10 евро 99 центов, это вот классические. Здесь всякими добавками уже, тофе, карамель и так далее. 9 евро, вот это тоже классический Вана Таллин. 8,50, это такая фляжка, как пластиковая. Здесь литр 15 евро 99 центов. Пол-литровая такая подарочная красивая бутылка 12,90. А это Вана Таллина ликеры 16 градусов с, да, шоколадом, там, с мороженым, с марципаном, с добавками. Изумительные вещи, очень, очень вкусные. И наш с вами рижский бальзам классический с вишней и с черной смородиной. Все они стоят 10 евро 99 центов. Это вам вдогонку к тому видео, что мы с вами дегустировали и знакомились. А кто-то вспоминал рижский бальзам. Еще Ягермейстер есть. Тоже, ну, крепкий. Да нет, он не крепкий, 35, он даже не 40. Я думала, больше. Где-то 12 евро 90 центов. 99 центов, да. Вот еще и Ямская водка 6 евро 99 центов пол-литра. Здесь все стеллажи безалкогольные. Вдруг кому-то интересно. Все безалкогольное. Пиво эстонское Сако оригинал 0,33, банка 69 центов. Акульное золотое еще было 79 центов. Александр, тоже пиво евро 39. А-ля Кок премиум евро 29. Это наши пива. А в банке? В банке тоже евро 39. Здесь пильзнер ручной работы евро 39. Бутылочка такая приятная, смотрите. У нее керамическая крышечка такая. О! Пиво Балтика тоже у нас есть, евро 0,9. А это Медоварус, какой-то с черной смородиной, напиток евро 29, 4,8 алкоголя. Здесь эти белые медведи, Жигулевская есть. Все это у нас с вами есть, я даже не знала. 3 евро 39 центов. Смотрите-ка, двухлитровая, евро, литр 90, литр 900, боже мой. Белый медведь, тоже 2,29. В общем, здесь все, все есть, что надо и не надо. Еще интересное хотела вам показать, такие даже подарочные есть. Вкус Таллина, то-то-то. В общем, 7 евро 90, 49 центов. Да что ж мне сегодня с цифрами-то? Короче, эта бутылка похожа на вино, да? Нет. Тут специи. Бутылка со специями. Эстонские вкусы. Интересно. Здесь даже по номерам. Номер 45-й такой, 60-й такой. В общем, и что здесь только нет. Вот здесь написано «Тимьян». Душица, ягоды можжевельника, хрен, чеснок, 7 евро 49 центов, вот такие бутылочки, похоже на винный. Принесли бутылочку и разочаровали мужа, а там специи. Ну, в общем, вот такой магазин. Сама я побывала в нем впервые вместе с вами сегодня. Ну, после, знаете, после Lidl хочется все приходить, и чтобы везде все почти за бесплатно было, но это все не так, конечно. Ну, ассортимент, в общем, такой же, только что вот водка, видите, есть. Здесь кое-что из электроники, такое, водичка. Ну, в общем и целом, немножечко с вами сегодня так вот посмотрели, прошвырнули. Сама я беру отсюда
3 или 4 пачки соды и банку абрикосового варенья Кристины на блины. В общем-то, это все. С вами прощаюсь. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, не забывайте. Всего вам светлого, доброго, хорошего, хорошего настроения, позитива, солнышка в душе. И до следующего видео. Пока-пока. И атака. Фисташки полкило, 7,49.